Члены правительства определяют начало пожароопасного сезона в регионе. В этом году это 30 апреля. Горячая пора сейчас и для аграриев. В Оренбурге началась посевная. Губернатор Денис Паслер интересуется, как обстоят дела с покупкой сельхозтехники. По данным профильного министра Сергея Балыкина, на сегодня уже закуплено свыше 300 тракторов из запланированных 400, 151 комбайн и 24 кормоуборочных машины. Работу продолжаем. Самое главное, спасибо нашим постоянным партнерам. Поставка техники идет, даже когда непонятно по цене, но раз идет с чистыми накладными, понимаем, что мы их не подведем. В скором времени решатся вопросы и жители улицы Безводной в Медногорске. Они получат возможность подключиться к центральной водопроводной сети. Долгожданный шаг. Сегодня на заседании правительства решается вопрос о предоставлении дотации в 3,5 миллиона рублей. В соответствии с проектно-сметной документацией, которую сделали, которая прошла государственную экспертизу, просим выделить 3,5 миллиона рублей. Будет 600 метров водопроводной сети центрального водоснабжения. Нужно сказать, что это не просто так была улица названа Безводной. Она находится в старом историческом центре города Медногорска. Там очень сложный скалистый рельеф, то есть находится на горе. Все мероприятия предусмотрели. У людей до конца года будет центральный водоснабжение. Просим поддержать. Договорились, принимается. В завершении заседания глава региона обращается ко всем руководителям муниципалитетов, чтобы те успели привести в порядок территории к масштабным майским праздникам. Наталья Мороз, Игорь Бероев. Новости дня.